Добрый вечер. Мы сегодня решили сыграть для вас акустический концерт. Очень спокойный, очень камерный. И, собственно, какая у нас сегодня обстановочка, какие люди в зале. Нас мало, но зато мы все очень близки по духу. И именно поэтому мы сегодня дарим вам самое ценное, что у нас есть, это наши авторские песни на русском языке. Thank you.
большое. Композиция называлась «Acoustic Dreams». Я бы хотел на эту сцену сейчас пригласить моего очень хорошего друга Андрея Лебедева. Мы исполним что-нибудь из его творчества. Мне кажется, мы еще ни разу не играли с тобой акустические твои песни в таком камерном варианте. Мне сейчас интересно, Андрюха будет танцевать на табуретке? Конечно. Это главное в моем творчестве. Это самый главный вопрос. Добрый вечер. Очень приятно видеть вас. Очень приятно выступать на этой легендарной сцене. Надеюсь, что вам понравятся эти три композиции, которые мы играем все вместе, можно сказать, в моем авторском проекте, который называется «Лебеди фанк». И первая песня называется «Приходите в гости». Мой дом построен на песке, он призрак, он фантом. И хорошо ли будет тем, кто поселится в нем? Там красота, там каждый час творятся чудеса. Там вместо ванной океан, вместо ковра леса. И никому не скучно днем, а ночью всем тепло. А вместо стен там у меня прозрачное стекло. Все комнаты оформил друг, какого-то времена. И с летом можете шагнуть туда, где спит зима. Ее ресниц захочешь тут остаться каждую ночь, каждый день.
Я один, я
одиноки. На вершине горных склонов передатчик мой настроен. Множество диапазонов, но не идет ничто в сравнение с частотой биения сердца. Но войдите в положение, вы приоткройте ваши дверцы. Это сигнал по каналам, отсчёты по расчётам. Па-па-па-па, удары по металлу, недолёты, перелёты. Приёмники задар, осыпались как мела. Па-па-па-па, зубление пропало с ним от жазга. Добрый вечер. Еще раз, дорогие друзья, не судите строго. Надеюсь, вам понравится. Yeah.
Песня называется «Притворись небом». Поехали. Вообще, конечно, лучше никогда никем не притворяться быть собой, но в музыке можно все. Правда, ребят? Небом. Манят, манят, манят меня слова, эти забытые мечты. И мне не хватило слова, чтоб оказаться там, где ты. Но если видит небо, значит, не стоит торопить. А мне бы успеть до лета, не открывать секреты и не говорить то, что есть у меня на сердце. Притворись небом, я буду летать по тебе. Притворись морем, я буду плыть. Притворись солнцем, я стану ближе к тебе. Притворись луной, я буду на тебя плыть. Тихо, 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 что-то где-то, где-то. Почти без единого крика я прочитала по глазам. Но если видит небо, значит, не стоит торопиться. Мне бы успеть до лета, не открывать секреты, тебе не говорить то, что есть у меня на сердце. Притворись небом, я буду летать по тебе. Притворись морем, я буду плыть, yeah. Притворись солнцем, я стану ближе к тебе. Притворись луной, я буду. Притворись небом, я буду летать. Буду летать, буду летать. Я придумала
Спасибо большое, друзья. Еще одна песня, которую написала в далекой Индии, когда мы были вместе с Асей. Там мы жили в ашраме, медитировали, молчали, занимались йогой. Вот. И родилась, собственно, эта песня. Я думаю, что в ней есть какая-то магия. Поехали. Вечер, пятница, мне все нравится. Все по кругу, а я медитация. Влюбленная в жизнь, вечно живая и разная. Там буду купаться в своем пространстве. Комната пропитана музыкой и пряностями. Что это за мысли? Откуда эти странности? Тише голос, поменьше мыслей. Просто дышать, просто раствориться. Задаешь вопросы, все время в напряжении. Лучше не делать лишних движений. Мимо пролетают какие-то эмоции. Мне бы не цепляться, ни о чем не беспокоиться. Знаешь, как мне хочется слушать эти паттерны. Ведь ты не представляешь, насколько это важно. Вечер, пятница, мне все нравится. Все по клубам, а я... Thank you.
Спасибо. Будем дальше. Вот у меня такие были мысли, я когда думал о больших городах, были какие-то мечты такие, и не всегда они совпадают с действительностью, тем, что хочется, и вот на эту тему родилась такая вот песня. Покизами, что я, покизами, что я.
Thank you.
с ночью за окном. Не верю тебе, не верю тебе, не верю. Пускай уходит грусть, пускай сорвется полночи теплый ветер. Oh,
Не забудьте, кто ты есть. И спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами. Thank you.
Еще раз хочется представить наших музыкантов. Спасибо.